Всем доброе утро. Не пойму, куда он так рвется. Так смешно. Чарли, ну дева? Там куриенду. У нас с утра так холодно было. 11 градусов и прям холодею дубево. А сейчас прям нормально. Но все равно прохладно. И это передавали, что прям сильно похолодает. Вот. Все, мы уже отработали. Сегодня после обеда все равно надо будет поехать на работу. Есть кое-какие клиенты, но постоянные. Вот. И заодно потом погуляем по пляжу. А может быть тут кошки. Кошек много. Может тут он на кошек хочет погавкать. Мышка какой хороший. Вечером пойду погуляю. Тоже. По морскому берегу. Вот собачка какая-то. Вы знаете? А вообще вы знаете, что я решила? Что я на Новый год, наверное, вообще ничего не буду готовить. Потому что все равно это некому есть. Вот я сделала салат, эти яйца. Вот мы их не едим, едим. И, наверное, так мы их и не съедим. Придется выбросить, потому что ну просто некому это все есть. Поэтому думаю, что я делать? Селедку под шубой, да? Да кто ее будет есть, эту селедку под шубой? Тем более у меня особого желания ее есть нету. Муж ее точно не будет есть, он не ест селедку под шубой. Вот, потом что еще-то? Какие еще салаты? Куплю просто хамон, сыр, потому что мы ночью не едим, не ужинаем. Кому это все есть, я не понимаю. Вот салат. Вот смотрите, сколько его было, столько его и осталось. Все. Все на выброс. Еще мидии лежат. Так что это вот... Так, надо чайник поставить. Конечно, все. Поэтому, вы знаете, когда мы с девчонками собираемся, вот, на какой-то праздник или на какую-то фиесту, ну, раньше собирались. Сейчас много собираться нельзя. Сейчас люди злые, все, знаете, мимо пройдут, кто-нибудь увидит, что у вас там фиеста. Позвонят полиции и сразу нас наштрахуют. Вот, ну и вот когда мы собирались, то было круто, потому что мы готовили именно, вот я, по крайней мере, не знаю за других девчонок, именно то, что я хотела покушать там, например, и что я не кушаю дома, да, например, вот эти те же салаты или торт какой-то. Я же его сроду не съем одна целая. Вот, а этот наготовишь и классно, и все довольны. Вот, а вот на семью такую, ну это нереально. Мы не съедаем все это, и... а выбрасывать что-то у меня, знаете, не особого желания как бы нету. Так что вот такие вот дела. Ну посмотрим, что там еще. Так, я буду с горчичкой вот такой вот пирог. Ну, свой, который я делала. Из горчичка вот такой вот с Икеи. Она офигенная. Просто бомба, бомба. И чай сейчас себе заварю. И будет мне счастье. Так что вот такие дела. У нас прям так похолодало, что даже я замерзла. Ноги у меня всегда ноги ледяные. И нос. Ну, и пятая точка. И вот сегодня у меня ноги прям на работе задрыгли все. И знаете, и когда они у меня замерзнут, потом их не согреешь нифига. А если у меня ноги мерзнут, то все, я вся мерзну. Короче, я мерзлячка, я люблю жару. Я прям кайфую от жары. Кайфую. Поехал я, значит, через город. Обычно у нас можно доехать до дома, объезжая город, а сегодня говорю, кайфану, ну я скучно ездить, посмотрю на город, блин, лучше бы я этого не делала. Столько машин, все куда-то едут, все куда-то несутся, так уже хочется, чтобы все эти праздники закончились. Вот все столпятся, полиция везде. Блин, что, лимона нету? Шандарахается. Вот, так что лучше бы я поехала в объездную. А что я жду? А, чай. Ладно, друзья, пошла я нямкать, немного
Поддыхаю, что-то нос чешется, к чему это? И опять на работу, как на праздник. А куда и деваться? Знаете, почему он там лежит? Хотя я его не ругала, я даже словом не сказала, я даже вообще на него не посмотрела. В общем, я тут прихожу, хотела, как говорится, прилечь, а он... Его вырвало вчера или не знаю, ну, наверное, вчера ночью, потому что я когда вчера ложилась, ну, как бы шла спать, ничего не было. Иди сюда, моя рыба. Да. Мам не ругается, а чё ругаться? Ну, чё я могу сделать? Ему самому, что ли, приятно это? В общем, говорят, знаете, бытует мнение, что дворняшки, там, собаки, вот эти вот двор-терьеры, они такие, как это назвать-то, но им всё нипочём. Но это всё не так. Зависит, мне кажется, от собаки, в каких условиях она выращена. Потому что этот вообще, вот он чё, вот он поест что-нибудь такое странное, все, его сразу он его рвет. Вот мы на Рождество ели рыбу. Я ему дораду дала, без соуса, без всего. Белую рыбу, кусочек там, как для маленького ребенка. Он сожрал с таким удовольствием. Через 15 минут все это обратно. Поэтому вот ему только вот его корм. Или там, знаете, супы ест хорошо. А все остальное, вот не знаю. Вот так вот. Так что все у меня отправилось в стирку. И знаете, он такой увидел, что я это увидела. И пошел такой, пошел, не знал, куда ему деться. Я, хотя я вот, даже ничего, я бы на него не посмотрела, не поругалась. Просто все собрала и пошла наверх, чтобы отправить эту стирку. А он уже такой зашуганный. То есть тоже мнение бытует, что собаку нужно ругать только вот именно в момент, когда он что-то совершил. Что через минуту они все забывают. Нифига они ничего не забывают. Смотрите, сколько времени прошло. Он увидел, что я это увидела, и все, и сам убежал, ушел, испугался. Вот, то есть все вспомнил, все там, что сейчас это такое делать дело нельзя делать. Хотя я никогда его не ругала за это. Вот, но потому что мне его наоборот жалко, он же тоже процесс неприятный. Ой, вот, так что пойду я сейчас разогревать себе. Пирог у меня еще есть мясной, представляете, нашла кусок. Так что доем я его. Ау! 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 Чарли! Ау! Ну, спирате! Спирате! Бенти! Ой! Ау! 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 Ой! Ау! Поговорим. Ау! Нет. Вот и поговорили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у него, смотрите, еще. Иди целоваться. Иди целоваться. Бэй. Иди целоваться. Иди. Иди целоваться. Иди целоваться. А-ба-ба-ба. Целоваться, целоваться, целоваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Весело, весело. Вот так нам весело. Ау. Ау. Чарли. Ау. Чарли. Ау. Ау. Сходим с ума.
make time for your feelings. But you have to admit, I already. Вы знаете, сейчас иду вот так вот. Вот. У нас сейчас такой вид, да. И меня многие узнают из-за Чарли. По Чарли. И вот сейчас идем, тоже клиентка одна такая. А Чарли же мой клиентов знает всех. И он побежал такой к ней, она тоже собачница. И такая, она такая на него смотрит, а он же еще и в свитере, и не поймет. Чарли, это ты? А я вообще иду через дорогу. Ну, там нет машин, но через дорогу как бы. Она такая смотрит на него, на меня. На него, на меня. Такая, это же Чарли. Я такая, я говорю, да, Чарли. Она говорит, ой, говорит, а я бы тебя так прошла и не узнала. Вот, представляете, и так многие идут вот так вот, смотрят. Ну, кто меня вот так узнает? Ну, вот посмотрите. Одни глаза, кто меня узнает? И я также не узнаю никого. Могу пройти мимо. О, побежал, побежал. Там просто кошки. И я также могу пройти мимо, поэтому я всем говорю, говорю, если я пройду мимо и ничего не скажу там или там, то это не значит, что я там какая-то, они такие, ой, да, сейчас я тоже сейчас много раз прохожу и даже и не понимаю, с кем я. Вот тут кошки, им еду приносят, у них там еды полно, воду, так смотрят на меня, вот, ухаживают за ними. Так что вот так вот, она так смотрит, так ничего интересно, я со стороны смотрю, Чарли-то мой побежал быстрее, и я сразу узнала, кто это, она так на него смотрит, на него, на меня, на него, это, и не поймет, она говорит, это же Чарли, я говорю, ну да, это Чарли, Митику. Смотрите, вот я пришла перед этим, как сказать, не перед этим, а, ну да, завтра закрыто, хотя нет, завтра открыто у нас все. В общем, очень много сейчас продуктов вот таких написано. Например, вот эти сосиски, они обалденные. Стоили 6,50, сейчас 4,50. Срок годности у них, сейчас скажу, до какого? До 31-го. Я вот их обычно беру и замораживаю. И потом они такие же вкусные. Видите, он там сидит, наклеивает наклейки. И таких продуктов очень много. Вот, например, лазанья была 2 евро, сейчас 1,39 рубль. Их срок годности у нее. Надо поискать. Ну, в общем, тоже, наверное, дней 5 еще можно ее лопать. Я, кстати, взяла колбаску. Она до 5 числа. Вот. А до 5 числа мы ее 2 раза сожрем. Такую. Это как наша докторская. Вот это вот очень вкусная. Или типа даже молочная. Очень много всего можно купить с 30% скидкой. Я вот, знаете, так тоже, когда покупаю, когда что-то хочу попробовать, такое супер-пупер дорогое, например, и вот с 30% скидкой очень даже лучше. Вот, например, это тоже 1,99 € стоило, а сейчас 1,40 рубль. Тоже не знаю, до 31-го. Ну, то есть, вот если взять и купить на завтра, очень даже можно покушать. Вот, видите. В общем, перед выходными обычно такие делают скидки классные. Так что можно зайти и купить что-нибудь. Я вот смотрю, нету личи. Личи, наверное, все раскупили. Вкусненькие были. Я бы сейчас взяла. А еще бы я, знаете, что взяла? Эти. Ай, хочу вам показать. Здесь вот пшено продавалось. Сейчас что-то не могу увидеть. Вот в этом отделе пшено можно было взять. Био. Сейчас что-то не вижу. Что-то не вижу. Грибы. Вот эти вот грибы, которые я люблю. Но что-то их отдельно не продают. Продают только вот в таких вот наборах. Вот эти грибы я просто обожаю. Сколько у нас микс сета? А, слушайте, 1,89 рубль. Не так уж и дорого. Можно взять. И я грибы просто ням-ням.
ням-няшечки. Вот этот вот взять набор и себе пожарить. У меня муж не любит грибы, поэтому... А ему можно шампиньоны взять. Угу. Вот видите. Если красная цена, ну то красная цена, понятно, да? Дыни, кстати, у нас, знаете, почем? Секрет. Не знаю, почем дыни. Дыни, дыни, дыни. А, рубль 99 килограмм. Я думаю, что это недорого. Приехал домой. У нас прям, знаете, сибирские морозы. Пипец. Правда. Потому что 9 градусов всего. Где это видно, где это слышно. Включил обогреватель в комнате, чтобы это от сибирских морозов. Так, я ж тут, смотрите, я еще и в Алди заехала, если что. Купила себе вот такие вот камушки. Они потом пахнет белье вкусно от них. Их прям в это кидаешь. Это не ополаскиватель, это просто для запаха. Я не знаю, они, наверное, везде продаются такие вот. Их кидаешь прям уже в машинку, и они там все вместе стираются. Это тупо для запаха. Я хочу, вот, мне нравится, знаете, когда постель пахнет вкусно. Вот всякие пледики. Одежда нет, потому что одежда там же духами всеми. Ой, мой мальчик, у него еды нету. Мальчик мой, дорогой. Одежда должна пахнуть духами, правильно? Сейчас насыплю, моя радость. А вот когда халаты, например, полотенца. О, это должно быть вкусно пахнуть. Короче, сибирские морозы. Два лимона взяла. Сейчас чай себе забацаю. Вот, мне руки... задубели, блин, он мандыкнулся у меня в магазине. Бананы купила. Личи. Личи в Алди были. Они подороже, конечно. Личи, личи. У нас сколько личи-то? На 2,90... А, нет. На рубль 60. Здесь 400 грамм. Вместо семечек будут. Хотя я и семечек купила. Смотрите, купила себе вот такая вот грудка. Утячья грудка, в общем. Она там с кожи идет. Вот надо изучать интернет на фоне того, как вот его делать. Как его готовить. Может быть, у вас рецепты какие-нибудь есть, что с этим делать. У меня было огромное желание что-то с ним сделать. С ней, с грудкой. Ну вот, желание есть, а опыта нету. Поэтому надо будет что-то придумать. Еще сказать мужу, что это нифига не утка. А то он скажет, я утку не ем, хотя никогда в жизни ее не пробовал. Но я-то его знаю. Да и не его, а так большинство испанских мужиков скажет. Грибы. Может, в понедельник сделаю. Салат. Семечки. Большие, крупные. Соль у меня почти закончилась. В Испании, кстати, говорят, если у тебя заканчивается соль, то это мало суэрте. То есть, плохая примета. И колбаса. Вот колбаса. До 5 числа ее нужно слопать. Кто сомневается? Хотя, нет. Ну съедим. А что, другого выхода нет. Хотя сказать, с нашими-то возможностями, но... Возможности у нас не особые. По мере поедания продуктов. Так что вот такие вот у нас пироги. Буду сейчас чай делать. Пахнет вкусно. Написано ваниль. Эликсир. Эликсир ванили. Но ванилью не пахнет. Не знаю, чем пахнет. Но вкусно. Я там, знаете как, маски же. А как я возьму, не пробуя? Я так носом туда дрикс. Ну а что делать? Я не могу иначе. Ладно, друзья, всего вам самого лучшего. Мы с вами, у меня завтра, на завтра есть одна затея, кое-где погулять. Вот, так что, кто не подписался, подписывайтесь. Вот, и встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего, всем пока-пока.